Добрый день всем, друзья! Сегодня вот ставлю крепления для томатов и вот подвязываю их на шнур, чтобы как бы оплетать каждый кустик. Немножечко упустила, вот видите, кустик немножечко такой уже лежал. Пришлось его поднимать, и он, видите, направление свое поменял, как бы роста. Хочу вам рассказать о томатах, которые у меня росли дома. Помните, вот карликовые, да? Вот уже созревают. Видите, что происходит? Он буквально вот печется, потому что очень жарко. Я не пересадила его из горшка. И, по-видимому, горшок, корневая система очень сильно прогревается. У нас очень жаркий июнь, начало месяца, вот 4-5 число, до 34 градусов. Это у нас воздух, а температура в теплицах 40 с лишним. И вот этот томат, который я оставила в горшке, ну, не стала его уже трогать, чтобы не поломать, не пересадила я его. И он, конечно, вот буквально печется. Если чуть сейчас погода изменится, возможно, он немножечко оживет. Ну, уже дождусь, созреют плоды. Как бы я поняла принцип выращивания. Скорее всего, как только погода устанавливается, нужно его высаживать в теплицу, просто в грунт. И тогда все будет хорошо, чтобы вот этого перегрева не допускать в горшке. У нас очень жарко, и на окне было очень жарко, они стали печься, и я их пересадила. А второй, вот смотрите, я его посадила, высадила его в грунт. Вот видите, это вот то, что было в горшке. Сейчас я его тоже пролью. Он тоже был такой привял уже, и даже склонились вот эти веточки. Ну, тоже, смотрите, уже цвет меняет свой, будет созревать. Этот, скорее всего, я сохранила. В общем-то, нужно сразу пересаживать в грунт в наших условиях. Вот, сейчас все томаты нужно обязательно подвязать или поставить на опору. Вот такие сейчас работы. И, вы знаете, первый раз такой жаркий июнь. И фактически невозможно это делать, потому что в теплицах жарко. Только с 5 утра где-то до 7, до 7:30 можно что-то делать. И поэтому не особо успеваем. Ну, будем пытаться. Перчик у нас тоже подрастает, потому что очень тепло и как-то все очень быстро у нас в этом году происходит. То же самое огурцы, смотрите. Вот, ой, буквально не успеваю их. Нужно обводить каждый день вокруг шнура. Сейчас буду это делать. И убираю усики каждый раз. Ну вот, чтобы не сломать, сейчас попытаюсь. Вот упал уже. В общем, все нужно делать вовремя, успевать. Огурчики уже у нас тут есть немного. Вот, смотрите, уже огурчики есть у нас. Так что урожай начался. Так, все приходится поливать. Вот кабачки поливаю почти через день. Видите, как бы они растут, но без полива никак. Арбузы у меня слабо взошли, я показывала, да, вот совсем 3 штучки всего. И посадила еще, замочила семена на день прям буквально. Смотрите, как дружно всходят. Сейчас полить надо будет. Возможно, будут у нас арбузики. Вот они, малыши. Календулу собрали, будем сушить. Такая красота. Еще цветет, конечно, но вот такую красоту собрали. Это уже подготовили, подсушили. И раскладываем и сушим еще. Итак, пока цветет календула.